Правительство Нидерландов обратилось к Малайзии с просьбой разъяснить последнее заявление премьер-министра Махатхира Мохамада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17. Ранее глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад, выступающий за развитие торгово-экономических отношений с Россией, заявил, что не верит в вину РФ за сбитый над Донбассом Боинг MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. Катастрофа малайзийского Боинг произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17. При этом слова премьера Малайзии противоречат официальному докладу, представленному 24 мая 2018 года в Нидерландах. Согласно документу, следствие установило не только происхождение ракеты, сбившей Боинг, но и то, что ЗРК «Бук», из которого ее выпустили, принадлежит 53-й бригаде противовоздушной обороны ВС РФ, дислоцированной в Курске. Более того, экспертам удалось восстановить маршрут зенитного комплекса как из РФ в Украину, так и обратно. В 2018 году правительства Нидерландов и Австралии, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы, возложили на Россию ответственность за уничтожение N-17. Они призвали Россию признать свою ответственность и не исключили в будущем обращение в Международный суд по факту уничтожения авиалайнера.